Грамматика английского языка, 5 класс, вторая часть упражнения 161, как всегда, артикли. Итак, первое. Это способ, которым мы делаем хлеб. This is the way. То есть здесь вы будете говорить про определенный способ, да и вообще с этим way чаще всего вы увидите как раз артикль the. This is the way we make bread. Просто хлеб, не какой-то определенный, тут не сказано, да, про что-то определенное, просто любой хлеб, он неисчисляемый, артикль можно не ставить, здесь не нужно. Это правильный способ, даже так, это, ну, как бы нормальный способ есть курицу. Is this the right way? То же самое. Is this the right way to eat chicken? Курица, ну, курятина имеется в виду, да, то есть она неисчисляемая, и это неопределённая именно курица, поэтому ставим без артикля. Можешь мне показать, вы могли бы мне показать путь к Большому театру? Can you show me the way? То есть все стандартно. К Большому театру, Большой театр у нас театр, да, это его название, а театр ставится с the. To the большой театр. Ты должен померить свою температуру. Вы или ты должен мерить свою температуру дважды в день. You should take your temperature twice a day. Фразы дважды в день, раз в неделю, пять раз, не знаю, там в месяц, они все будут ставиться с артиклем a. Как ты думаешь, это лекарство? Ты принимаешь это лекарство три раза в день? Do you take this medicine three times a day? Аналог с четвертым, то же самое. Шестерка. Do you think we should telephone? Как ты думаешь, нам следует позвонить в полицию? Полиция, запомните, с z. Do you think we should telephone the police? То есть она практически всегда будет у вас в the. Когда приехала полиция? When did... То же самое. The police arrive. Она прекрасная девочка или красивая девочка с голубыми глазами и темными волосами. Когда мы просто объясняем после фраз this is, it is, she is, это все a. She is a beautiful girl with... Здесь ничего, потому что глаза множественного числа ставим. То есть это не определенные какие-то глаза, просто у нее синие глаза, да, голубые, поэтому ничего. С темными волосами тоже ничего не ставим, потому что волосы уже, вот в этом случае это уже неисчисляемое, тоже не требуется артикль. Люди с... Кстати, red hair – это не красные волосы, как некоторые переводят, а это рыжие волосы. Так вот, люди с рыжими волосами, им не следует сидеть на солнце или под солнцем. Люди с рыжими волосами – это не какие-то определенные. Это в целом все рыжеволосые, поэтому без артикля. Волосы неисчисляемые, опять же, без артикля. Сидеть на солнце – фразы in the sun, in the sky – ставим the. Гиппопотам – кстати, это единственное число, просто от латыни слово пришло, поэтому окончание «ус», но это не множественное число. Одно из самых огромных или больших животных на суше. Так вот, если у нас, напомню, животное в единственном числе, но оно подразумевает весь вид или весь все семейство этих животных, то мы должны поставить «the». То есть это представитель, но он определяет вот все семейство. Один из самых больших, и у нас largest стоит, обратите внимание, превосходная степень прилагательных, она тоже всегда ставится с the.